сегодня в субботу в 21:00 будет Стримчанский. Поэтому все заваливайтесь, дико ломитесь на наш большой стримак. Иногда начинаешь скучать по такой олдскулятине из 80-х, когда трэш-метал был грязным, забойным, по-молодецки бодрым, да еще и с примесью прочесывающего спид-металла. Ох, какие были времена, но периодически и сейчас появляются группы, играющие на том старом ламповом оборудовании, в том же старом стиле, с такими же гитарами, что не отличить вот эти новые олдскульные трэш-метал команды от тех старых из 80-х. Да, таких групп немного, но они есть, и поэтому это неправильно утверждать, что якобы трэш-метал закончился в 90-х, а сейчас одна только муть. Нет, надо просто порыться, поискать. А вот я нашел такую команду, называется School Bastard. Они из Мадрида, это Испания. У них вышел всего один альбом, но какой? Это насквозь, максимально олдскульный, мощный трэш-метал. Естественно, он с примесью спид-металла, когда гитара взрёвывает, когда идут вот эти вот простецкие, но очень драйвовые тремоло. School Bastard назвали свой первый альбом также School Bastard. И он вышел, ребята, только на кассете. То есть, чтобы максимально было все олдскульно, трушно, нужно такие альбомы выпускать, конечно же, только на кассете, либо на виниле. Вот. Но, кстати, есть и цифровая копия этого альбома. Она бесплатно скачивается с Bandcamp. Поэтому, пожалуйста, кому нравится такой трэш спид метал, заходите на Bandcamp этой группы, скачивайте бесплатно цифровую версию. Ну вот звук прям максимально тот самый теплый, ламповый из 80-х, такой бархатистый. Прям ты слушаешь его и чувствуешь вот ту самую, казалось бы, уже утерянную молодецкую эпоху, но нет. При желании такой метал можно сыграть и сегодня, в наши дни. И School Bastard это доказывают. Драйв, хрипловатый рев гитар, быстрые такие драйвовые панчевые тремоло, немного глуховатая бас-бочка с размытым, не очень четким басом добавляет
в этот альбом такой гаражной небрежности. И эта группа чем-то напоминает других таких же ламповых олдскульщиков Baphomet's Blood, чьи пластинки мы с вами заказывали, потом оцифровывали. Вот Skullbastard похожий на Baphomet's Blood. Вот тут такая прям вот душевная, она вот максимально душевная, ламповая группа. Всего лишь один они выпустили альбом. Жаль, конечно, но, видимо, неблагодарная аудитория не оценила вот этих стараний группы по воссозданию той атмосферы. А может быть, и сама группа по каким-то причинам распалась, может быть, захотели играть какой-то другой металл, потому что гитарист и вокалист в этой группе, и ударник очень талантливо. Все сыграли, понятно, что у них немерено таланта. Вот, если вы знаете, где сейчас эти чуваки рубят, то, пожалуйста, напишите. А так, группа-то очень малоизвестная. Все, что о ней можно нарыть в интернете, это то, что они находятся в Мадриде. И все. И все. И больше ничего. Вот это я понимаю андеграунд.